to do what we want. Absolutely what we want. Okay. So, let's go. 1 second, I'm just starting my stream. Okay. We wait them. Alex, you do a tactical command. Okay. Он написал же. Что написал? Ну, типа, be right back. А. Это типа значит, что он отошел. Я думал, он вернулся, просто давно написал. Не-не-не, он еще раз отошел. Он увидел, что Нюша АФК и даже решил отойти. Просто ему надо гренки делать на полтора. Гренки? Да, Кай, ну типа, антитех, типа от нас двоих. Да. Потому что орк, скорее всего, в машинке пойдет. Эльдар Фалкон, а Бальтаир самолеты. Нас забулить могут техникой. Спасибо, Юликс. Так. Сейчас я посмотрю Чинджвок, стоит ли ему грены делать или нет. Ну вообще там проблема с этими гренами, они. Не-не, на Т1.5, типа. Они на потом Т1.5. Уже не особо нужны. Да, здесь не надо Василиска. А зачем ему на Т1.5 делать? Ему уже проще в Т2 выйти. Ну. Или что-то. Типа, ты понимаешь, что там все в Т2 идут. Мы их не запушим. Они быстрее технику выпустят и могут убить. Если нас. Они пойдут в Т2, я запушу их в Т1. Ты же понимаешь? Ну да, я хочу, чтобы Алекс тебе тоже в этом помог. А я, типа, единственное, в Т2 выйду и... Ну, мне на самом деле больше этим турели нужны. Черт с этими грена-гвардой, мне будут турели. Турели заебись тема. Так, а где там, кстати... Я хочу посмотреть Чинжвок ИГ. Ну, турели я сам тоже могу поставить. Я буду добавлять турели, Алекс только, будет... Только спецу понерфили, так-то она... Спецу понерфили, да. Так-то все то же самое. Да-да, можно, конечно. Что, Алекс, where? Ready, окей. Go. Let's go. Сейчас, секунду, закрою все.
Все, поехали. Алекс, we need grenades on T1. Because we rushed 2, full team. We can take their points because they haven't army. And I fast 2. No, don't fast 2 with 2 reapers. Dark reapers. Yeah, okay, sounds like a plan. If you will close to me, yes, take one my point. Я по центру. Меня лагает, есть что? Неприятно. Но справимся. Бери одну мою точку, а я потом это. Хорошо. Барак? Окей, yes. Некро, ты не хочешь две точки отдать мне? Нужно? А что? А ну да, бери. Я, кстати, и смузу докаплю, наверное, даже. Все, с корабля сейчас на космической скорости уедут. Лагает, конечно, неприятно. I'm the cap. Окей, very well. Контролит Бальтаира. Take point. Я сейчас 102 начну выходить. Окей. Окей. Найс. Реликт фуху. Фуху. Окей, for me. Why not? Laxed. Fuck. You can take the crit. Yes, yes, because it's easy for me. What would you have me do? I hear you. And I am his will needed.
Do you need Nikon LOL or I push? I go back. They push us. I do twice when my call will be done. Термоген забирать или сам? Я сам. Окей. I do flies and go push. Так, мы справляемся, нет? Как тебе Т2, эльдарское отродье? Помаю его. I take this point. It's so sweet. Ah, GG. Easy! Easy for us. Easy breezy. Oh, fucking easy. Oh my fucking god. Что ты увидел там? Я пока ничего не видел. Ну я сломал Эльдару Т2, если чё. А, ясно. Ну они что-то решили недоигрывать. Не, он бы техпортал бы достроил. Только проблема-то в другом. Ну а смысл? Т2-то потерян. Я у него точку забрал, я у него в базе. Они стянулись, они отдали вам центр, вы центр сносите, и по новой мы идем дальше пушить. Хорош, хорош. Я, по сути, в этой игре ничего не сделал. Имперская гвардия в соло дефалась, а ты, типа, убил Эльдара. Я совсем булющее название сделал, надеюсь, меня за такое нет минусочко не дадут. Это же секрет, да? Никто не увидит название. Название чего, стрима? Нет, реплей. Я потому что я студительные там вещи написал, если что. Ну, я скидываю сейчас. Я тоже сохранил на всякий случай. Хорошо. Ой, эту карту я ни разу не играл. Сейчас я перезайду, а то я что-то вперед в батьке чекал, полез. Сейчас перезайду. Ух, это было грязно. Я предлагаю повторить то же самое. Да-да, repeat this. Repeat after me. A player has left. Okay, so what's the strategy here? Same. Okay. The same. Они уже хотят побыстрее проиграть, походу. Ты на стрим, что ли, их зашел? Или ты просто предполагаешь? Предполагаю. Ну, это только лучше для нас.
Эх, не сработает здесь такая же страта. Ну ладно, так сыграю. Ну то, что я у них точки забрал, это, конечно, мемно вышло очень. Ой, sorry, I forgot. No, I don't give generator now. I can't. Ты решил без этой херни играть. Барак, after 5, 4, 3. Objective secured. What now? Green skins. Oh, orcs. Hello. It's very good. Let's ride. Oh, shoes. Oh, shit. Okay. If you want. Objective secured. Yes, yes, cancel. Do you mean? I don't have a builder. To build that, can you build? Yes, yes, I can. A challenge worthy of my skill. On your guard, Marines! Only take me a moment. Sam. Okay. It will only take me a moment. Sir, yes, sir. It doesn't take up anyway, this doesn't matter. Imperial Guard, attack! Imperial Guard, attack! It will only take me a moment. It will only take me a moment. It will only take me a moment. Sir, yes, sir! We're under fire! Sir, yes, sir! Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Fear ensures loyalty. Sir, yes, sir. Where do you need me? Sir, yes, sir. All right, men. Time to wage war. Executing your orders, sir. Only take me. Sir, yes, sir. Executing your orders, sir. Where is his real meaning? Ready. Let us be on our way. Sir, yes, sir. I soon do fights for us, for your death. Three men. Rangers. Do you need Necron Lord? Need detection? Maybe. Okay. I think. Soon will be. I do fight. Just spam it. What would you have me do? Where is his will needed?
will only take me a moment. They cannot withstand us! A challenge worthy of my skill. Where is his will needed? What would you have me do? Where is his will needed? Скарабс. Скарабс, ты так. Yes, 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 I go. Will only take me a moment. What would you have me do? Glory to the Emperor! What would you have me do? Glory to the Emperor! Where is his will needed? Where is his will what needed? What would you have me do? We must praise our forgiveness. Where is his will needed? Where is his will needed? Where is his will needed? I stand ready. Where to is serve his the will Emperor. Needed? Where is his will needed? We can kill this Darkreaper squad. Okay. Where is his will needed? I stand ready to serve the Emperor. Where right, is men. His will needed? Time to wage standing war. Ready. Where is his will needed? Энергия будет? Do you need more flights? No. I can one, but not very many. Okay, спасибо. Or it help. If it help, I can more. I destroy Eldar. It's good. У меня тут два идет. I can go two. I go. Where is his will needed? Where is his will needed? Where is his will needed? It will only take me a moment. Thank you, Machine Spirit, for our safe arrival. They going to me. It will only take me. Do you help me? One moment. I will help. Only take me a moment. I go for remote. Сейчас, секунду. Техношет. Ты два ready. Yes. I won't take Termagen. Do we fight for that? I've got vehicles on the way. And go just more flights. What would you have me do? Where is his will needed? Need detect. Again. I will bring. Они меня зажимают, парни! Зажимают. Do more flights. Oh fuck, why? Why I have the scarabs? Да похуй уже. Я пол армии слил. What would you have me do? Where is his will needed? What would you have me do? Where is his will needed? Наконец-то, блядь. Сколько можно было ждать? Where is his will needed? Where is his will needed? На, поцелуй. Сэрли кинфидит. I bring Grace.
take me a moment. Standing by. What would you have me do? We're under fire! Attack! Standing by. What would you have me do? Standing by. It would only take me a moment. Where is his will needed? Standing by. I destroy main base, Elder. Standing by. Gork. Following orders. Following orders. Standing by. Кто такой Аста? На голубом гримуаре. Не знаю, о чем ты. Но я не смотрел его. А, это из черного клевера? Я тут не по теме есть, что говорю. Там антитех вышел у орка. Да. Вяж духами, что ты делаешь? Да я... Сейчас, побежу. Да я просто смотрю, его по два падает, но почему бы нет? Блять, у меня еще два духа стоят, оказывается. Давайте я еще вам притащу. А, поцелуй багнулся. Соляру заказывали? Какую соляру? Какую соляру? Сейчас еще этих приведу. Духов. А там баннер падает, лол. Уа, блядь. Умираете, блядь, сегодня. Да как же они скучно играют. Эльдар... Просто бегает что-то. Ой, sorry, sorry, I don't see. О, ебать анимация поцелуй быстрая. I can't do destroyers right now. So fucking easy. Okay, my destroyer is done. Бля. Okay. Опять я на трех точках всю игру играл. А чё, игра закончилась или чё? My game crashed. Ясно хуй-то. I think on stream all see how like to say Master Yoba. No, I save. I save. You save? Yes, I live and save. Another one. A little bit dicey at the beginning. It feels so good. Let me preach his name. Что там у тебя было? Расскажи. Я просто только на себя смотрел. Что у меня было? Да. Ну чё, орк потерял. Всё, Эльдар потерял. Всё. Я построю термоген и спамлю флайдов, СМ ничего сделать не может. Да что он сделает? Ну, есть у него ТСБ, я ему на голову флайдов кидаю. Он такой... А, я помню, он еще писал, типа...
Вот гранаты контрят флайдов. Вот контрят флайдов, блядь. Наебало, ему накидал 2 пака флайдов, и все, блядь, не контрится. Ну да, там СМ вообще ничего не сделал. Там Эльдар и Орк потели. Эльдар очень потел. Он вначале там олынил прям тотально. В итоге базу мне отдал. Ну, я ему объяснил, что если ты Некрону базу отдаешь, я просто застраиваю 3 точки, ставлю турку, грейжу ее, и главка падает. Ну, я вроде в деф играл, типа, с геном, типа, турель поставил. Все равно убили. Я сейчас приду. Окей. Я тоже дойду пока. Я тут. Okay, I'm back. I'm enjoying the tournament so far. We've had some good games. Unfortunately, I wasn't able to stream the first round. I was having some problems. Ну там, знаешь, что мы это был его первый барак. Он решил, короче, барак сделать. И он поэтому попросил меня барак построить. Ну, пострадал в итоге ты, но проблема в том, что их Алын подразумевал то, что они будут убиваться втроем об одного. Ну, короче, вы как-то... Блять, я не знаю, перестраховываетесь, что ли? Я могу скараба тоже подвести, если надо. У меня скарабы жирные, их, блять, так быстро не убьешь. Их только рипы убить могут. Мы же на Эриден играем, да, получается? Да, мы сейчас на Эридене играем. Вот. Барак не работает. How do you want to play here? No barak. No portal, no barak. Okay, yeah, that sounds reasonable. Maybe Forgotten, maybe you want my barracks? Yes, I want. I will, if you on if I'm in the back, I will give you my barracks. I drop you again first and you drop barrack, I think. Yeah. We anyway do it, yes? Well, even if you are in position 2 or 5, you still want the barracks. I think you only need it if you are in an outer position, 1, 3, 4, or 6. If I in center, we still do barrack. I don't understand. I don't think you will be pushed. If you are in position. I agree. Yes. Yeah. Oh, I agree this name of this color. Young Talent Nick. I think I forgot to do something important. Yes. I also have a young talent dog skin.
which is my tower color. Yes. Just to make you guys aware, there is a 2 versus 2 tournament on Wednesday, the Wednesday coming up. I will be playing with Forgotten, IG, and Necronis. I will also stream these games. Леня, поменяй раскраску, как у нас. I think they may be taking place on tournament. Вирбл там что-нибудь такое. Oh, no, а чё Вирбл? А, подожди. Вы про Некки, вы про Некки сделали. А, да-да-да. Не, просто хотел там у Алекса этот был, Дорк. Я решил типа Некки сделать. Надо, подождите, я знаю, что надо. Юликс. Вот это правильная раскраска. Вот это я максимально одобряю. Where? Let's see. Let me see. You can see right now. No. It's okay. Him phrase. Просто Некки стайл, либо тизи, янта, вот Некки. Просто прыгнул, ебать тизи. Но это его же фраза. Это да. Я считаю, что Симон сделал шедевральное интервью, которое, блять, лучше уже не будет в наши дни. Да, это да. Ну-ка, мне кто-то там, это, новоприбывшие. О, мизополяк ко мне присоединился. Надо помахаться и поздороваться. Okay, you'll have to let me know if that is a bit better. I've turned my microphone up a tiny bit. I usually have it at 88%. If I go higher, there's usually a load of static noise. I've just upped it to 95%. What are we waiting for? We just wait for Popokizi, but I don't know. And it's sure. That's all. In the Forgotten, what does your color scheme mean in English? So something like fuck easy, it's phrase of Necky. Oh, right, okay. Галки стоят. Ну все, тогда поехали. Let's go. One second. Okay. Забулить в этот раз. Я вот думаю. Не-не-не. У нас бутылочные расы. Мы душим, но с задержкой. Зато ой как душим. Ну так, я же и хочу тоже это задушить. Я вот думаю, как? Давай. Опять захватить 7 точек и флайдами их закидать. Давай, давай. Трупами. Давай. Моя любимая страта еще со времен ДК, блядь.
закидать трупами. Желательно свежим. Ой, я, кстати, по центру, я могу Fast 2 сделать. Give me barrack, Alex. I'm Fast 2, мне похуй. Okay, thanks. It will only take me a moment. Reporting for duty, sir. Черепашка, у тебя нет смайлика, потому что у тебя БТР ТВ не подключен. Не надо так делать. Надо его подключать. Ну да, третий ген, конечно, это жестко. Тупая реквизиция, нет. Может, Ready. У меня скарабы, блядь, не туда поехали. Что мне делать, Скауты? Скаутов я сейчас подбью. Наверное. That way lies victory. What would you have me, sir? Yes, sir. Where is his will needed? Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. What would you have me do? Сосать, блять, не успеешь, ты нахуй ничего сделать. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Да, ебать, изи. Where is his will needed? Where is his will needed? What would you have me do? What would you have me do? Не пошли меня убивать, я понял. Соло. О, Эльдар ко мне пришел. Посмотреть, что тут у меня. О, мне сейчас лифт отменит. What would you have me do? It would only take me a moment. What would you have me do? Glory to the Emperor! Я опять к Эльдару пошел. Пуля мне. What would you have me do? Where is his will needed? And I see. What would you have me do? We can try and cut Eldar here. What would you have me do? Where is his will needed? Go. Take me a moment. Sir, yes, sir. Where is his will what needed? What would you have me do? A challenge worthy of my skill. What would you have me do? Sir, yes, sir. What would you have me do? A challenge worthy of my skill. What would you have me do? I stand ready to stop the enemy. What would you have me do? Hello. Where is his will needed?
What would you have me do? Sir, yes, sir. Will only take me a moment. Sir, yes, sir. What would you have me do? Where is his will what needed? What would you have me do? Where is his will sir, needed? Sir, yes, sir. Where is his will needed? Will only take me a moment. I am aware of the secrets of the machine. Okay, okay, я скину потом. Will only take me a moment. Victory. Я что же такое есть, когда... What would you have me do? Where is his will We're needed? Fire. Where is his will needed? Will only take me a moment. Боже, как же я халявлю. Как будет халява по-английски? Greedy. I'm greedy. Yeah. I go to three. Justice. I built anti-tech. Over. Will only take and, me a moment. I think. What would you have me do? Этого хватит. Will only take me a moment. Oh, shit. I've got to click TNT. Where is his will what needed? What would you have me do? Where is his will what needed? What would you have me do? Nice. a challenge worthy of my skill. What would you have me do? Where is his will what needed? What would you have me do? Where is his will needed? Sir, yes, sir. Where is his will what needed? What would you have me do? Where is his will what needed? What would you have me do? Will only take me a moment. Where We're is his fire. Will needed? Well. Where is his will needed? Executing Where is his will your needed? What you have me do? Will only take Nick. Me a moment. What Where is his skin? Will needed? Where is his will needed? Where is his will needed? What would you have me do? LP3. Where is his will yes, sir. What would you have me do? Where is his will needed? Yes, what? What? What would you have me do? I hear what you have and me I obey. Crazy. Will only take me a moment. Yeah. What is going on over here? Executing your orders, sir. Victory countdown. Where is his will needed? Where is his will sir, needed? Yes, sir. Feel tentative. Where is his normal? Where is his will needed? Sir, yes, sir. It will only take me a moment. Will only take me a moment. Что-то слишком дохуя. Прям супер много. Мне нужно в Т2 очень быстро. Сейчас. Will only take me a moment. Where is his will needed? Пробую сейчас эко сломать. Thank you, machine spinner, for our safe arrival. Two to two. 6 minutes until taken hold victory. I hear and I obey. What would you have me do? I will walk now. Ready to transform. А Эльдар к вам разворачивается. Каперы подбивают у тебя, Янг. Окей. Where is his will needed? Will only take me a moment. Джемика. What would you have me do? Интересно. Where is his will needed? Where is his will needed? Where is his will needed? What would you have me do? Where is his will needed? Where is his will needed? Where is his will needed? What would you have me do? What would you have me do? Will only take me a moment. 5 minutes until they can hold victory. Where is his will needed? Where is his will needed? Nukotsa! Where is his will needed? Where is his will needed? Where is his will needed? Nukotsa! Standing by.
only take me a moment. You caught, sir. That was a close. You caught, sir. Sir, yes, sir. Ready to transport our men. It would only take me a moment. Following orders. Time for payback. You caught, sir. Sir, yes, sir. Run! New code, sir. Fear ensures loyalty. IMT4. Lol. I stand ready to serve the 4 minutes until they can hold victory. No. Fear me. New code, sir. Follow. Standing by. New code, sir. Sir, yes, sir. Standing by. Following orders. Will only take me a moment. Standing by. Ah, тут... Тут не друзья. Let me preach his name. Я-то думал, тут у меня друзья. New code, sir. I shall see to it personally. New code, sir. Where is his will needed? Where is his will needed? Will only take me a moment. Where is his will needed? Will only take me a moment. New code, sir. What would you have me do? What would you have me do? Where is his will needed? So what did he say? Crash, Balto. SM. Take me a moment. Where is his will needed? Standing by. What would you have me do? What would you have me do? What would you have me do? What a disappointment. I think we just win the game with... They... Any... They don't have any of possibility to win. Ну, Бальтер, судья сам решит, что. Ладно, го, рейс играем. Мне-то, в общем-то, какая разница? Я же, блядь... Ну, мне тоже, да. У Бальтера почти столько же ресурсов было, сколько у меня. А я термоген поставил бы, нагнал его. Да, Пьерс, один из их игроков, Space Marine, crushed. We'll see if they ask for a rematch. I think it was clear it was our victory anyway. Eldar was tier 4, at least our Eldar. Как они вылетели? Каким образом, блядь, Looks я не like понимаю. They'll make us do a rematch. Я написал. Чё ты написал? Бальтеру, что мы выигрывали. Там он не будет. Сказал Ре, значит он все, блядь, будет до последнего, блядь, говниться со своим Ре. Пошли, отбашим его, блядь, и уже третий раз пойдем. Давай, давай, давай. I killed the Big Mac for nothing. Yeah, that's a ruffle. Pro player on Orc. What do you want? If I not middle, go back. Yeah. О, я снова по центру. Повторим? Повторим. Повторим. Give me a generator. Oh, I don't give. Okay. Will only take me a moment. I hold secrets of На этот раз через два гера сыграем. Хотя они могут заагриться. Фикс. Да, три гена я не буду. Не, ну три гена это вообще какой-то лю... это какая-то лютая жесть. Сыграй хотя бы в два. На балансе еще тем более. На балансе. Баланс. Баланса нет.
All right, men. Report it for duty. Wage war. Of course. It will only take me a moment. Sir, yes, sir. It will only take me a moment. Objective secured. I challenge you to any of my skill. It will only take me a moment. Fear ensures loyalty. Where is his will needed? Standing ready. Я лучше сыграю, потому что у меня не будет затопа со скрабами, но у меня в прошлой игре был, я из-за этого пайка чуть проседал. О, рипы. It's very good, Alex. You buy the time. I hear and I obey. I hear and I obey. On your guard, Marines. I hear and I obey. I hear, and I obey. I challenge you to any of my skill. What would you have me? No, he don't decap. He's leading. Very nice. Where is his will needed? What would you have me do? I hear. Where is his will needed? It will only take me a moment. What would you have me do? Where is his will only needed? Take me a moment. What would you have me do? What would you have me do? I hear and I obey. I hear and I obey. Will only take me a moment. Where is his will needed? What would Great, you have the me obelisk. Where we can will play will against them. Will only take me a moment. What would you have me do? Where is his will needed? What would you have me do? Objective secured. Where is his will needed? They broke obelisk. Don't aggro them. What would you have me do? Where is his will needed? Where is his will needed? What would you have me do? Where is his will needed? It will only take me a moment. Sir, yes, sir. It will only take me a moment. Есть 100 энергии. What would you have me do? Есть, конечно. Where is his will needed? Спасибо. Do you need help? No, I can't. Just Falcon. Ah, oh, you tier 2, okay. It will only take me a moment. Where is his will needed? Where is his will needed? Arcteric fire. Sir, yes, sir. Where is his will needed? Where is his will needed? Where is his will needed? Yes, sir. Where is his will needed? Sir, yes, sir. Where is his will needed? Sir, yes, sir. Where is his will needed? Where is his will needed? Sir, yes, sir. Mate, his where is his will needed? Where is his will sir, needed? Sir, yes, sir. It will only take me a moment. Sir, yes, sir. No, where is his will needed? Us. Where is his will sir, needed? Yes, sir, yes, sir. It will only take me a moment. Ah, он застанил. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Fear ensures loyalty. Will only take where me where a is moment. His will needed? Что это такое? Почему will так быстро? Will only take me a moment. Sir, yes, sir. Where is his will sir, needed? Sir, yes, sir. What would you have me where do? Where is his will needed? Sir, yes, sir. What would you have me do? Executing what your orders, sir. It will only take me a moment. What would you have me do? Where is his will sir, needed? Yes, sir. Where is his will sir, needed? Yes, sir. Sir, yes, sir. Where is his will what needed? What would you have me do? Where is his will what needed? What would you have me do? We're under fire! I hear, sir, and I obey. Yes, sir. Where что, is his will меня, needed? What would you have me do? Where is his will needed? It will only take me a moment. It will only take me a moment. Where is his will needed? I stand ready to serve. Да, он меня байтил все это время за нас. Where is his will needed? Ну ладно, я снесу это по два мне пошло. Where is his will needed? What would you have me do? Where is his will needed?
Я тебе помогу. Ты мне поможешь? Как? Нести. Ну, если у тебя... А, хорошо, вперед, вперед, вперед. Where is his will needed? What would you have me do? Where is his will needed? Хост память начну. Давай, давай, давай. Мы сейчас время купим. Where is his will needed? Поехали нахуй. Six minutes until taking hold victory. Ты сам знаешь, я пойду дальше время покупать. Давай. Where is his will needed? Glory to the Emperor! Where is his will needed? Where is his will needed? Where is his will needed? What would you have me do? Where is his will needed? Where is his will needed? Там оптика дошла, но я уже... А мы тим один? Мы же тим один? Мы... Нет, мы тим два. Да я задекаплюсь, ты чё? Where is his will needed? Не успел. Only take me a moment. Ты там развлекай его, я духов уже спамлю. У меня мапхака. Понимаю. Че это такое, блин? Блять, у меня термоген не строился все это время. Пиздарики, блять. Space Marine TNT. Да, похуй. Ты уверен, что нам справимся с тир 3 и ублюдком? Пока. Ты вообще как там сам по тэчу? Я в Т3 иду. А, ты в Т3 идешь? Окей. Ну, я Т2.5, я могу тебе испортить. Тебе что важнее, антитех или Т3? Антитех. Ок, ща начну делать. Я духами забулил, Дара, короче. It will only take me a moment. А, меня ЛП-шку снимают. Жалко. Жалко терять такую хорошую вещь. Согласен. А куда антитех вести? Да никуда не вести, просто... Сделать, типа, да? Пусть полезные действия делают, да. Ок. А, у меня на базу напали. Да, я вижу. Я веду. Чё духов веду? Типа. Бля, как же я издеваюсь на духов. Ой, издевайся, это хорошо. Я ляр, Вольтаир потом выиграет, будет выебываться, блядь. Ну да, мы вот одну карту отжали. Все равно. Я повяжу ФДшек. Только потерпи чуть-чуть. Вот. Мне вообще нормально. О, я еще с коробами тебе еще починю, подожди. А, у тебя второй был этот. Вообще, зашибись живем. О, надо его точкой забрать, нахуй, Ильдара, блядь. Это что он охуел такой? Так, я сейчас дестройеров начну делать. Так, имморталы ломают, эти пойдут сейчас кушать дальше. А, тут вообще нихуя не... Ноль точек у Ильдара. Ноль. Да? Да? Чё тогда я сейчас... Духами давай. За три пойду. Потихонечку. Там точки в центре, надо бы их сломать по-хорошему. А, тут их тоже нет. Забавная хуйня. Я бустов вижу. Минус главка у Ильдара. Всё,
Easy. Easy peasy. Yes. Easy peasy. It would only take me a moment. We're under fire! What would you have me do? Of course. Бля, какой же у них хороший урон. Standing by. Will only take me a moment. Standing by. Missiles ready to deploy. Standing by. Ебать. Ебать. Ну не знаю. Standing by. It's crazy. Бля, это просто... Ну просто, не знаю, уничтожили. We destroyed him. И я этим очень доволен. Guys, yeah. Лучше. You're just better. Ладно, сейчас приду. БРБ. Вот. Потом Бальтаир все равно напишет, тебя тьма закерила. Ох уж этот Эльдар, который продает свою базу Некрону. Его идеи. Умные мысли преследовали его, но он был быстрее. О, господи. Тут. Тут-ту-ту-ру. Ты отправил даже? Реплеи. Сейчас отправлю, конечно, секунду. Так. Где там реплеи? Сейчас. Секундочку. 14 зданий сломал, жесть. При том, что я даже не пушил. Как команда там? Will you submit replays? Yes. One sec. Я оформляю, короче. How named the team? Nyusha. Something Mafia. I see. Nyusha. У нас же есть еще одна игра, да? Да, у нас дальше следующая Best of 3 идет. I send replays. Okay. There should be more rounds. There are still two teams we haven't played against. Бля, там название видно, бля. Не надо было называть так. Блять. Ну если б я знал, я бы так не называл. Ну ладно. Надеюсь, Бальтаир потом не порежет себе вены ложкой. Ну, Максим подумает, что ты клоун. Ну да, это пускай. Я как бы не отрицаю, что я немножечко... Мне Бальтаир звонит, мне снять трубку? Что думаете? Бальтаир calling me. I need to approve that. Ладно, go возьми. О. Окей. Someone really cooked up when they made this bracket. Yes. Так. Ну да, еще бо 5. Походу. Так. Change log. Три ноль.
Okay, I'm back. Sorry for the long pause there. Yeah, it was an incident needed to sort out. There's no problem there. So let me just show you the situation. So for some reason, the tournament organizer only set up 3 rounds in the bracket, which you can see here, round 1, round 2, round 3. But the problem is you have 5 teams, which means so there's only 2 games in each round, so only 4 teams can play at one time, which means in every round there's one team that's being left out. So if there's 3 rounds, that's 3 teams that have gotten around without playing a game, which means there are 2 teams which have got to play in all 3 rounds. And obviously those 3 teams have one more opportunity to gain more points than the 2 teams that have only played, than the 3 teams that have only played 2 rounds. So we're pushing for an extra round. We may need 2 extra rounds, but we'll see. If they decide to stick with 3 rounds, it's okay, because we'll take second place anyway. This is our team, IG Ember. I did not come up with a name, nor did I participate in any discussion about the name. It's quite interesting. I think this would have been quite a funny name if all 3 of us were playing Imperial Guard. Okay, so I've just had a response from Forgotten. It looks like there'll be a round 4. So we'll be playing against either this team, Danny Light team, or this one that I have no chance in hell of pronouncing correctly. I think that there needs to be 5 rounds, really, so that every team gets to play against every other team. Вот и зайдет, может быть, неважно. Hi guys, hi girls. Hey Alex. Hi. Yeah. Man, we're talking about your next MA. I think it will be the next group, 3 heroes, if it translates, when playing Kiberslav, Gigamok, and I mean you're gonna play Mirror. 3 similar races. Okay, that'll be fun. So I just want to ask you what you're gonna do and what your plans in this game. I suppose it will be better to play just Tural Rush or something like that. I don't make any of the plans. I just I leave all the decision making up to Forgotten. I understood, but I saw all your games in team, and I think they didn't have all good plans in games. It all be like improvisation. So you will, как блять сказать нахуй. Also, it depends on the map. If it's a large map, we may not be able to turret rush if the bases are too far apart. That's right. Like threats. Last one, Iruden, you can't. But yeah, maybe it's possible to try on the side, on right, and
and left side in Iriden, in just in this last map, winter map, you could trail, but not at start. For example, at third or fourth minute. I think that in Mirror, it's easier to grade Tyrell in anti-vehicle than build machinery or anti-vehicle units. That's my message in this plan. Yeah, we'll see. I quite like this strategy of placing a fast webway gate and building a barracks. So maybe we could try this again. Web gates and barracks, it could be too expensive, I think, and you see, Necron with Necron versus Necron will be just spam flights. Eldars, it's snipers and Farseer. So, and Ige, it is nothing, just tier 2. So, if Necrons will be busy with each other, and Eldar will be busy, you can try to trail at start Ige or another race. But, of course, it depends on started locations. Yeah. But on Fury Island, I think doesn't matter which race you will versus. Troll Rush will be not bad idea. Yeah, well, let's. I think we need to see which three maps we'll play on before we decide. Can you? Вы можете выбирать тут? Can you decide the maps you gonna play? Ну да. Forgotten же черкает. Ему Forgotten черкает, да? Да, да. Invite Forgotten, please, этот Янг. Так он тут. Он, ну, бля, он не тут. It's not here. In voice, I mean. А как пригласить его в голосовой канал? Напиши ему просто в личку, пожалуйста. Because I think Forgotten doesn't have plan 2, and it will be improvisation at the start of the games. So I just wanna you will win. So I try to make some consolidation opinion. Forgotten, hi. Hi, girls. Hi, guys. Hi, guys. Hi, girls. Forgotten. Hello, you bitch. Вот. А, сек. Меня не слышно? Слышно. Скажи, вы с Киберславом играете? Are you gonna play with Киберслав? Mirror. I don't know, I ask Baltair, сек. Ян, can you show map pool? Можешь показать мапул на стриме? Я фиг знает, какой мапул, но сейчас покажу. В правилах. Видишь? Или скинуть лучше в личку. На Твиче просто открой. Твич. Show me on Twitch, please. Or another. Ну все, смотри, я зайду. А, окей. Paints. I'll be right back. I'm gonna go make a tea, cup of tea. Да, да, мы играем. Окей. Окей, Алекс. Я даже так сделаю. Короче, Фагота, надо придумать, что с картами вам черкать, если вы Mirror играете. Ну, типа, будет пиздец, тяжело вам играть сейчас.
Но не говорил, что будет легко. Не, просто тут-то уже на баланс ничего не сведешь, тут расы одинаковые. Так. Да. Ириден, Гир. Ну, Таргором, наверное, все будут, да, нафиг банить. Ири, слушай, тебе Таргором как вообще за Некрона? Хорошо, Таргором. Да, по сути. Ну да, хорошо. Но на нем будет, надо будет просто сложно исполнить. Не знаю, как ИГшник и Эльдар исполнят на Таргороме. Я даже, ну, я не могу ничего придумать, что там можно сделать. Там три точки, да, на человека? Ну, не могу. Да, там три точки и две в центре реликт. Просто смотри, если у вас будет... меня тут... Мне пишут, что... Чтобы я параллельно следил за тем, как стримит Вирбил. Может, лучше кого-то другого? Может, там, не знаю, черепашку предложить, чтобы он смотрел стрим Вирбила? Не знаю. Просто... Не, ну, не хочу. Как я буду следить за... Так сделай вид, что ты следишь. Просто, типа, открой его стрим и смотри его стрим, все. И, как бы, тебе не надо в него вдумываться. Это же не твоя обязанность, ты же участник. Просто если у вас будет Шакун, Ористан и Ириден, вот эти на трех этих картах, застроить не получится вообще ни при каком раскладе. Пальтаир с Вирбилом сейчас играет. Все, у нас второй... Ой, ёб твою мать. Чего, у вас будет игра или нет? Нет, я буду стримить их только. Так вы что, закончили турнир, что ли? Я не понял. Нет, они просто играют за третье место сейчас. Ну, мы, да, закончили турнир, получается. Бля. Так, все, я сейчас пойду следить в конфу ПЦЗ, смотреть, как Вирбил играет, что там, ничего. Ты хоть это нашему английскому другу напиши, что типа все, а то он ушел за чаем. Окей. Сейчас я ему в ВС напишу. Да, это жестко. Бля, я бы посмотрел Мирон на самом деле, как они покатали бы. Это было бы сложно. Ну чё ты, Пинч, чё ты думаешь? Как катать Мирор ИГ, Некрон, Эльдар? Без понятия. Мне кажется, на маленьких картах тут кто кого перезастроит быстрее, а на больших надо просто отмикрить, получается, правильно все. Странный турик, что-то вообще какой-то. Пять команд участников, типа швейцарская система или как шведская, не понял я. В итоге челики отыграли только игры с двумя командами. Ну, типа, проигравший с проигравшим играет, победители с победителями. Судя по всему, да. Я понял. На 5 команд, мне кажется, и нормальная сетка пошла бы. На 4 была бы нормальная сетка. На 5, видишь, они 2 игры сыграли, и все. Угу. Может, к Янгу на Twitch зайти, посмотреть, он маппул выделил. Там нету никаких этих Морталисов, Альварусов. Хуета. Я сейчас хочу найти этот хаос у убиваки. Чё хаос? Какой убиваки? Да на моде. Mm-hmm. Шелок.
Мне вот интересно, на каком-нибудь Шакун Кости или на Иридене. Ну, на Иридене тяжело, там близко уже. На Шакуне, наверное, можно вообще без флайдов стартовать в Т2, в Дистро. Если два барака за ИГ кинуть, Некру, наверное. Есть такая мысль. Ну, хаос нашел. Что, до сих пор не начали? А все, Фаготен сказал, что баста, что наебали вас. Сейчас играет Бальтаир кем-то еще за третье место, а вы, походу, не играете. Вот так вот он сказал. О, заебись. Пойду отдыхать. Да как? Я хотел посмотреть, чтобы вы Мирор покатали, попыхтели. Давай напишем Бальтаиру вместе коллективное послание. Дайте нам, пожалуйста, Мирор игру. Ну, без меня, я не хочу. Осуждаю. Одобряю. От меня напишите еще, что нахуй с вас. Ну какой есть? Что-то хотел пиздануть еще. Гениально. Короче, открой, блядь, карты заебал обратно. Ты ее зачем закрыл? А что, нужно? Я закрыл. Ну, вот просто пиздеть. Про теорию, мать часть погонять. Ну давай, 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 давай. Смотрим. Не вижу. Ну, вторая карта говно. Торгорым говно. Короче, смотри. На каких картах, мне кажется, можно заниматься турелированием? Это, наверное, Fury Island можно сыграть, там выиграть. Наверное, это Гир. Таргорум это говно, я не ебу, как в него играть. Тогда, типа там, кто не лоханется, кому повезет такое ощущение с тремя точками. Ну, на Торгоруме раньше атаки решают. Вот. Вот на... Знаешь, что я подумал? Блядь, не могу закрыть чат у тебя, нахуй. На Шакун Кости, слышишь? Угу. На Шакун Кости Некрон может идти в Т2, мне кажется, без флайдов, если ИГ скидывает два барака ему. Я что-то такое подумал. Чтобы сделать дистров. Окей. If I've understood this correctly, it appears there won't be another round, so apologies for keeping you all around waiting. Yeah, it looks like so we've taken second place if the tournament ends here, which it looks like it has, which is great. So we won every game apart from in this first round, where we played against this team. I don't know how to pronounce this. This was Rom Rhesus, Zorg, and Foxy, so a very strong team. We won the first game but lost the second and third, and we have just won this game here 3-0, the game that you just watched. So I'm not sure why they've decided to play with only three rounds. As you can see from this chart at the bottom, we only played two rounds, where this team played three rounds, this team played three rounds. It doesn't make much sense to me. Even if we did play another round and we won all three games, that would only give us plus five, so we'd still come in second place. But anyway, I don't think the tournament has been very well organized. I don't know why they thought only three rounds were a good idea when you have five teams. It just doesn't seem like much thought went into this. So anyway, yeah, I'm gonna end the stream there. I hope you enjoyed the games that were streamed. Just to remind you, there is a tournament, a 2v2 tournament on Wednesday, which starts
12 PM London time. And I'll stream that as well. Again, I'll be playing with Forgotten. He was my Necron ally in today's games. Okay, cheers. Catch you.